В этом видеоуроке рассмотрим упражнение со случайным, так называемым, случайным мячом. С вами Жданов Василий. Так, поехали. Что такое случайный мяч и как, и для чего он вообще существует в тренировке, в процессе тренировки? Чтобы повысить внимательность спортсмена к ситуации, чтобы он стал более внимательным, чутким и более таким контрольным, то вводится такое понятие, как случайный мяч, то есть мяч, который выходит за рамки привычного стиля игры. То есть, к примеру, то есть это может быть мяч, когда мы играем вот справа направо, он высокий, то есть мы играем на одном уровне на посетке, а он более высокий. То есть это то, что неожиданно, это то, что не так приятно и не так удобно брать. То есть давайте сразу перейдем к упражнениям, которые тренируют внимательность и контроль с помощью случайного мяча. Вот первое упражнение будет, это мы играем справа направо, просто по диагонали, и какой-то мяч будет более высокий. Поехали. Справа направо. Вот мы играем справа направо, и какой-то мяч будет высокий. Оп. Потом опять играем справа направо, справа направо, то есть в диагонали, потом высокий. Мы несколько раз ритм меняем, то есть мы сначала ритм у нас раз, 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 мы делаем право, право, право. Потом, хоп, мяч пошел высокий. Мы должны немного взять паузу, то есть свой ритм переключить. Это было первое упражнение, то есть мы меняем высоту мяча. Второе упражнение, это мы играем по диагонали, и какой-то мяч будет прилетать нам налево. То есть, чтобы мы не застаивались в одной позиции, вот это, и так бум-бум-бум, начинали работать, а какой-то мяч налево прилетает, и мы могли переключиться. Давай, поехали. То есть, как мы видим, то есть не каждый мяч шел, то есть право-лево, не так было. То есть было вначале раз, два, три, потом мяч сюда прилетел. Потом я здесь два раза ударил. Потом опять сюда прилетело. То есть мысль в том, что мы как бы здесь по-разному должны играть. То есть мы должны быть внимательны к противнику, как он будет нам раскидывать мячи. Вот. Так что следующее упражнение, которое мы рассмотрим, это случайные мячи вот в этой зоне правой. То есть вот зона случайно, мы играем по диагонали, и какой-то мяч будет сюда, какой-то мяч сюда, какой-то сюда. То есть я не знаю, сейчас не знаю, как мне будет давать партнер. Здесь мы берем ноги, внимательность, как партнер наберет. Вот так. Некоторые мячи могут быть более высокие, некоторые могут быть такие же низкие, то есть добавлять можно еще разную высоту. В принципе, следующее упражнение, которое можно добавить, это треугольник. Эта зона у нас не случайная, то есть здесь всегда будет один мяч попадать, а эта зона случайная, то есть здесь может быть количество, случайное количество мячей. Один мяч случайный, два мяча, три случайных, то есть здесь я не знаю, сколько мячей место прилетит. Здесь один мяч, здесь много мячей. Поехали. То есть здесь справа ставлю мяч, а здесь может быть у меня много мячей, то есть не только один. Вот, два мяча было прилетит. То есть один мяч. То есть это заставляет меня быть в тонусе и более экономично делать движение. То есть более собранным быть. То есть не то, что так я размашисто играю, а более собранным в тонусе, чтобы руками не улетало излишне далеко, потому что есть темп еще, и какие-то мячи более случайно идут. То есть используйте случайные мячи в своих тренировках. Это повышает внимательность, концентрацию спортсмена. С вами был Жданов Василий. Ставьте лайк, если видео было полезным. Комментируйте, подписывайтесь на канал. Пока.